Всем привет! Сегодня хочу почистить стиралку от запаха, от налета. Что делаю? Снимаю сначала контейнер, отсек для порошка. Пазик теплой воды и литра 3 воды и лимонная кислота. 3 столовые ложки. Растворяю и опускаю все части, чтобы все это откисло. Полежала в растворе и щеточкой очищаю. Там, где кусочки извести не поддаются, просто поддеваю тупым предметом, и оно сдирается. Уже оставшейся водой мою все здесь. Также лимонной водой промываю всю землю. И доверху. Не только внизу, но и наверху. Резинку всю промываю. Чистая. И проверяю на ощупь рукой. Теперь ухо чистки. И здесь есть 3 дырочки. Очищаю эти выходы ухочисткой. Вот это тоже лимонной кислотой все отмываю. Стекла, все резинки протираю лимонной кислотой, чтобы убрать накипь. Все почистила. Одеваю лоток чистый. Стекло все промыло, и теперь эту воду наливаю в стиральную машину и прокручиваю 30 минут с лимонной кислотой. Открываю вот эту часть и вынимаю фильтр. Смазываю все резинки глицерином. Все эту резинку тоже промазываю внешнюю часть глицерином. Теперь идет флакон перекиси. Простернула, все. Чистая стиралка. Пахнет идеально. Так, я от той машинки уже уехала. Теперь буду снимать. Ну, на своей буду рассказывать. Сначала использовала лимонную кислоту для того, чтобы убрать налет. Почистила все внешние, внутренние части и прокрутила в стиралке. Потом я использовала перекись водорода для того, чтобы убрать бактерии. Прибить их можно даже, вот я использовала 100 миллилитров, там машинка на 3 килограмма или на 5, не знаю точно, не моя, поэтому не могу сказать. Но можно и 2 флакона, получается 200 миллилитров, залить в стиралку и тоже прокрутила 30 минут. Запаха не было, но это частный дом, и поэтому еще засунули потом несколько таблеток для посудомоечной машины на 95 градусов. Прокрутили минут 20 и выключили стиралку. И на полчаса оставили вот эту воду с таблетками в стиральной машине, чтобы дно стиралки очистилось и стоки. Это 95 градусов. Вот горячая вода постояла. И потом еще раз включили до конца, чтобы закончился весь цикл. Для чего нужны таблетки? Для того, чтобы убить грязь всю. Грязь в сточных трубах. И только вот когда было использовано все 3 по очереди, тогда стало вот реально хорошо, стало пахнуть стиралка. Я так понимаю, вот я сейчас уже снимаю на своей, потому что я уже далеко от той машины, я так понимаю, что в частных домах это реально проблема. Здесь именно из-за канализации, потому что бактерии, которые живут в канализации, они сюда забираются и просто технику приводят в такое состояние. Просто чаще делать вот эти все процедуры. Вот, допустим, у меня стиральная машина, я ее почистила, не знаю, там ролик когда-то. Я чищу только фильтр в основном здесь. У меня она не пахнет, но я ее не закрываю. И, скорее всего, дело именно в том, что это частный дом, и это немножко другая вода, сильно известковая. И то, что рядом идет вот канализация, дом, первый этаж, и все это рядышком. Поэтому
Вот эта троица, на мой взгляд, получилась идеально. Ну что, всем пока, до новых видео.